Друзья, всем привет! Я Дима и канал «Владелец аквариума». Итак, наступил тот момент, когда на канале подписчиков стало 1000. Я благодарен вам, что вы со мной, что вы смотрите мой канал, подписываетесь, и вам интересно. Благодаря вам я делаю эти видео, и вам интересно, и мне это интересно. Так что, ребята, спасибо вам большое за оказанное доверие к моему каналу. Очень приятно. Будем двигаться дальше. Вот. Ну и чтобы видео не было коротким, снова давайте перейдем. Я вам покажу по аквариуму. И я сделал небольшую перестановочку в нижних аквариумах, там где креветки Омана. Итак, ну так у нас вот наш независимый эксперт, что он не в настроении, не хочет давать интервью. По 200-ке. Значит, часто вижу комментарии, как удается содержать буцефаландры без водорослевых обрастаний. Ребята, честно, не знаю, как так получается. Фосфаты, нитраты я не меряю. Ну, выглядит вот так вот, как выглядит. То есть, ну, местами можно вот, допустим, вот на этом кустике, вот, есть вьетнамка, если присмотреться. То есть, обрастание местами есть, но не критичное. Вода обыкновенная у нас в Запорожье, это с крана. Раньше я добавлял осмос, но осмос у меня покупной. Системы нет, поэтому это дорого. Сюда я лью водопроводную воду. Вот. Лампы. Обыкновенные две лампы фирмы Aqualighter. 1850 люмен каждая. Световой день в 3 часа включилась, в 11 выключилась. Вот, все просто. Кстати, смотрите, вот уже мини-панда начала выплывать. Наконец-то уже осмелела. На корм она уже выплывает вместе со всеми. Ха, прикольно. Вот даже Blue Dream креветка по поводу праздника. 1000 подписчиков тоже выползла. Вот, фильтраторы вон там прячутся, сидят. У них место неизменно. Они там, по-моему, постоянно. Оманки, вот вижу, одна уже с икрой. Нужно будет ее отсаживать. В общем, ребята, вот по 200-ке вот так вот. Просто вспомнил, вот был вопрос буквально, по-моему, сегодня по обрастаниям. Ну вот я дал ответ. Вот. Так, сейчас рыб я кормлю. Они тут вот кормятся, с сухарями насыпал. По нижнему ярусу. Значит, я сделал тут перестановку. Теперь у меня с правой стороны два соленых аквариума. И тут есть личинка, и тут личинка. Этот у меня был тестовый аквариум, 5-литровый, с круглосуточным освещением. Но я прекратил этот эксперимент, и теперь вот добавлю сюда еще один прожектор, и он будет освещать. И будет нормально и креветкам, и тетраселмису. Вот видите, сколько его. Креветки бродят реально по всему аквариуму, в кучу не сбиваются. Тетраселмиса им хватает. Вот так вот 10-ваттный прожектор я просто взял, вандально прикрутил к полочке. Второй прикручу точно так же. Вот. По этой стороне тут два пресных аквариума. О, видно меня тут даже в отражении. Так, как нам сделать, чтобы не отсвечивало? Вот так хотя бы. В общем, в пресных аквариумах вот, тут мелочь неокординки и оманка еще с икрой. В 5-литровом тут мелочь черри. Пытаюсь их ну, отселекционирую, чтобы красный цвет получить. И сюда же я выпустил первую переведенную оманку на пресную воду. Но я не могу, ребята, ее найти. Я не вижу ее тут среди этих всех мальков, креветок. Не знаю, видите ли вы их или нет. Но они для меня сейчас тут все одинаковые. Так что интрига. Посмотрим, как он тут выживет. Выжил ли. И если выживет, то когда они подрастут, мы уже увидим. Вот.
Вот такие новости на сегодняшний день. Вот. И еще раз спасибо за то, что вы на моем канале. Всем всего хорошего и пока.